Добрый день, утро, вечер, друзья. Сегодня мы с вами будем играть в Press X to Not Die. В такое интерактивное кинцо, которое одной левой уделывает и творение студии Telltale, и все шедевры великого Дэвида Кейджа. Ладно, поехали. Так, ладно, громкость я вроде тише громче делать не буду. Давайте с вами сейчас приобщимся к миру интерактивного трэшового кино. Ну-ка. Так, уровни сложности. Так, ну, надеюсь, они немного медленные. Не нормальный медленный. Так, нормальный. Ладно, попробуем на нормальном уровне сложности. Ладно, давайте. Что для нас тут приготовили авторы? Ой, какая кинематографичная графика, а? Какой именно этот дерьмовый фильм? В принципе, ладно, давайте попробуем явление. Yes, exactly. God, that was a shitty movie. Never mind all that. Okay, I figured it out. Now this is important. The secret to survival is press X to not die. Good job, dude. Oh my god, Matt! Matt? I didn't press X in time. Matt! 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 Matt? Where is everyone? Котя! Hi, Katie. Oh my god, I gotta call Christina. Так, ну. Ну правильно, давайте на стенку посмотрим. Минут пять. Hello? I'm fine. How are you? Oh my god. Was it a Twilight fan? I told him not to join Team Jacob. Так, снова смотрим на стенку. Сумерки, Джейкоб. Кто такой Джейкоб, а? Ладно. Well, yeah, but it's still a tragedy. Hello, Christina. Если вам будет не лень, напишите, пожалуйста, в комментариях, Seriously? Кто такой Джейкоб. What's with this icon? I've got to go get her. Да, брат, не в курсе. Надеть, блять, надо писать надеть. Грамотея. Говорят, какая-то питерская студия переводила. Я и смотрю. Качество перевода тут местами совсем ужасные. Так. О, man, what should I do? Ладно, будем действовать как в реальной жизни. Отожмем велик. Ну. Эй, эй! Так, отбираем велик. Хорошо, вы не видите, как я на ходу влияю. Stop hitting me! Sorry, buddy. Сразу вам скажу, что здесь есть вариативность некоторая. What the hell? Вернулся лайк и босс прям. Да что ж, тут, твою мать, развесилась. Так. Эх, я сейчас кнопки на... Эй! Все. Нет, я буду сражаться за жизнь. Нет, она совсем не милая. Говори себе бесполезная. Я сейчас в духе Дюка
заряжу фразочку. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Есть. На кнопки тут надо прям термоядерно наяривать. Да, таких катсцен нету даже у Дэвида Кейджа. Christina? Christina? No, it's you. You're just in time. My roommate is trying to kill me. Да, постановка, конечно, на уровне ранних фильмов ТВ-3. Ну, те, которые они раньше транслировали. Сейчас они вроде нормально показывают. Ну, по большей части нормальные. Ой, да ты, детка, просто супер. I know, right? I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games Catching Fire book, and the next thing I know she's lunging at me with a kitchen knife. I mean, I know she was really into Hunger Games, but that was ridiculous. I don't think that's it. It's the whole town. Everyone's going crazy. Like that shitty M. Night Shyamalan movie? Ну, пускай будет Таинственный лес на этот раз. Шестое чувство все-таки когда-то был годным, ну а Русалочка мне в целом понравилась. Хотя это не Русалочка, конечно, ну да ладно. Леди... А, Девушка из воды, вот. No, I think it was a different one. Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here, and then your roommate just almost killed me. Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. But... What? Сейчас давайте попробуем подглядеть за ней, ну-ка. А? Вот сучка. Самая эпическая вообще сцена гибели. Нет, эпичная. Погибать так вообще супер. That's not what's important. What's important is that you're pathetic. Действительно. Ну да. Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here. And then your roommate just almost killed me. And then you stabbed me. Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. But... Ну, давайте, ладно, этот вариант попробуем. It'll be fine, just watch the door. А я все-таки еще раз попробую, вдруг мне повезет. Очень сомневаюсь, что повезет, но давайте посмотрим, сколько тут интерактива. Понятно. Huh? Та же самая сценка. Да что ж ты так орёшь-то? Really? Again? Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here, and then your roommate just almost killed me. And then you stabbed me! Two times! Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. Круто, они тут, оказывается, помнят события. But... Альтернативных веток прошлого. Ладно, в этот раз вот этот вариант попробую. Ты меня слышишь? Yeah, yeah, you died twice. Just watch the door. Ладно, на этот раз я, наверное, не буду пытаться подглядеть. Нет, нет, нет. Даже не соблазняйте меня ничем подобным.
Да и не хочу, я, честно говоря, за ней подглядывать. Поет просто божественно. Лучше, чем сама Леди Гага. Божественно, божественно. Еще, родная, давай спой. На упыря больше похожего закрашенного. What a mess. Ну да, да, давай. Давай, на ней еще чечетку, блин. Сплеши. There we go. All clean. Да, самое интересное, конечно же, осталось за кадром. Best use of my time. All right, so what's the plan? I think we should get out of town. Okay, how are we gonna do that? I have a car back at my place. Well, why didn't you drive it here then? О, господи. Да, тут вариативность прям зашкаливает. Okay, well, let's go get it. Боевая хореография просто на пятерочку, на пятерочку. Такого экшена давно не попадалось мне. Он, блин, как зомби вообще выглядывает. Ну вы, ребят, вообще прям по стелсу крадетесь, ё-моё, а. Еще вы петардами себе путь усеивали, чтобы совсем незаметными быть. Очередное QTE, ну-ка. Я сделаю... Есть. Хотя этот пердящий звук, честно говоря, мне явно указывает на то, что я облажал. А, ну да. Есть такое. Облажался. I've been wondering, whatever's happened, how come we're not affected? Судя по углу обзора, мне кажется, в нем 1.5 метра роста должно быть. Ну, либо в ней 1.20 метра. Так, ну, что нам помогло добраться? Че там, молоко она пьет? Нет? Ну-ка, ну-ка. Ой, у меня геймпад с ума сошел. Так. Ладно, сила нашей любви. Right. Matt wasn't affected either. He told me something before he died. Press X to not die. What does that mean? I don't know. But I kind of feel like I've been doing it. Yeah. Like that. Also, я как Нео в матрицу вернулся практически. Ну-ка. Sorry, yeah, I've noticed that too. Do you think there are other people like us? People who are okay? Why does everyone keep it? Кстати, его подруга мне очень напоминает одну мою знакомую внешне. Просто знакомую. Так, чё выберем-то, ёлки-палки? Я, честно говоря, просмотрел, что он там написал. Ну ладно. Ну, конечно же, ну... Какой русский не выберет, только ебать, а? Я бегу. Давай. Вот лажа случилась такая. Да что ж ты такой астматик? Я все-таки увернулся, из, как бы из последних сил. Давай. Есть. Все, чемпион, второе дыхание открыто. Нет, я не буду бить женщину. Ой, ё! Куда она воткнула свою клюку? Господи боже. Да этот фильм полон ужасных, жестоких сцен. Я прям уверен, что Роскомнадзор, если узнает про эту киношку интерактивную, сразу заблокирует. Сразу. Все, я не куплюсь на твои фокусы больше, старая шалава. Старая злобная шлепа. Пошла, к черту. Пусть подыхает старая курва.
Yeah. Так, ну-ка, куда мы там проникаем? This building's unlocked. What is this place? I don't know. Ай-яй! О, нет! Снова пошарашить зарядил. Да я прям мастер по шарам получать. Качество, однако, херовенькое для Full HD 60 FPS. На GoPro явно снимали. Так, я не повторю свои ошибки. Правильно. ББПЕ, ББПЕ. Получи, лысый. Ну, я чтобы лысый, скорее бритый, но все равно. Are you okay? Yeah. You know kung fu? Apparently. Huh? Come on, let's go. Вот эту вот херня, это он кунг-фу называет, да, вот это вот? Вот это вот то, что она сделала. I don't like this. Мужчина явно хочет тактильного контакта, но нет. Нет. Не будет у нас с ним этого. Ну что такая зареванная-то? Поздно реветь, поздно. Чё-то меня укачивает так все гонца. Кристина! Так, надрачиваем. Так, все нормально. А что будет, если я не вернусь? Понятно. Я думал, опять по шарам получит. Ладно, в этот раз я не буду экспериментировать. Давай, давай, милая, ныряй. Вот так. Can you try that door? It's locked. Cover me. I'll pick the lock. You know how to pick locks? Yeah, don't you? Так, стой, стой, геймпад. Что, опять с ума сошел? Так. Я спрашиваю, пожалуй. That's a long story. Всегда у вас у женщин, блин, истории слишком долгие. Так, какой-то дикий канадец выскочил, или кто это? Так, правильно, как настоящий мужик. Настоящая мужская драка, ничего не скажешь. Все, батарейки сели. Hells yeah, let's finish this. Оружие возмездия. I think I've got it. Huh? Booyah. Нет, орудие возмездия. Чё-то я вообще косноязычный сегодня. Careful, son. You might hurt someone with that. How did you do that? Same way you do it. I pressed X. How do you know about that? It's the way it was supposed to be. So you know what's going on. I do. Кто ты, что происходит? Все это очень банально. Я спрашиваю, любит ли она шоколад? I love chocolate. Спрошу-ка я еще раз. I love chocolate. Что-то она как-то резко помрачнела, мне кажется. Ну-ка, а в третий раз что она скажет? I love chocolate. Довел девушку до слез. Так, ну-ка. Че еще сейчас? I love chocolate.
Господи, у меня какие-то неприличные мысли прям табунами родились в голове. После этой сцены. Мне кажется, ли сцена затянулась? Ой, ладно. Как она проглотила? The military has been working on a drug that rewires people's brains. The purpose was to make performing complex actions as simple for people as pressing a button. Dodge an attack, press X. Stab someone with a sword, press A. Skip the years of training it would normally take to develop such skills to an expert level. Нет. Надулся как хомяк. Ну-ка. I know, right? Ну ладно. Yeah. But the drug doesn't work on everyone. In fact, most people it drives mad. We found that only so-called gamers could handle the rewiring. Only gamers could understand being able to perform karate or reload their rifle. Геймер, это который от слова гей или который от слова гей? Everyone else just went crazy. Man. Wait. Christina's a gamer? Действительно, чувак. Angry Birds. Да что ж он такие рожи-то корчит все время? Kind of is like a zombie apocalypse, isn't it? I didn't do it. This wasn't part of the plan. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen. All I can do is try to help. Here, take my keys. My car is in the parking lot. You can use it to escape. Aren't you coming with us? I don't seek escape. I only seek atonement. Here, take a weapon. It's dangerous outside. Так, что же взять? Бейсбольная бита. Слишком банально. Бензопила. Слишком грязно. Так, дилда. Ну ладно, возьмем меч дилда. Pick a real weapon. Чем тебе, дура, дилда, не оружие? Так. Ну ладно. All right. Good choice. Ай, актеры тут прям настолько талантливы, что талант их виден просто за километр. Так играют, так играют. Буквально живут своей ролью. Hello? Я в матрице, чувак. A clown? Why does it have to be a clown? Это сейчас что, будет босс файт, да? Облажался. Вот так. Бей как мужик. Ай! Бей как мужик. О, вернулся. Боевая хореография прям на уровне матрицы, я считаю. Нет, это круче матрицы. Все-таки пропустил. И что это такое происходит? Давай, собирай зубы с пола, чувак. Вставай, вставай. Right.
Ой! Не в ту сторону. Ай! Все кнопки попутал. Или не попутал. He caught my kick. Does he have enhanced reflexes too? You think he's a gamer? But he's one of them. Must harvest soybeans. Oh my god. He's a Farmville player. Can you beat him? I don't know. Maybe throw this at him. Huh? Where did you get this? I don't know. Huh? Oh, yeah. Очень эффективно. Очень. А, это он меня душит так. Я так думал. Это что, типа я это, да? Не справился. Ладно. Как скажете. Теперь я буду сражаться за жизнь. Эх, видели бы вы, как геймпатчик мучаю. Ах, я не смог. Клоун недоволен таким поворотом. Да что ж такое. Не трясите камеру, сейчас хуже станет. Ах. Удар дьявольской силы. Какой отряд. Gross. You stabbed your roommate with a kitchen knife. Point taken. Come on, let's go. Нажмите B, чтобы вставить. Просто B, просто вставить. I think we're gonna make it. Yeah, I think so. You know, we never even found out how this happened. Maybe that'll be in the sequel. What? Да, велосипедист сегодня дважды не повезло. Oh god. You again. Да. Не везет тебе, чувак, сегодня. Не везет. Так, что-то нас слишком долго показывает черный экран. Это вся игра теперь такая будет, да? Ну, если это игру можно назвать. Ну. Well, we made it out of the city. Looks like we're safe. For now. Can't believe you died 6 times. Jeez. I only would have died like 3 times. Tops. Maybe you should try easy difficulty next time. Isn't there somewhere else you could be? Well, I would if you hadn't, you know, run over me with your car. Plus, you stole my bike, so screw you, asshole. And you really tried to watch your girlfriend shower? 2 times? You big pervert. Извращенцем я бы был, если за мужиком пытался подглядывать.
Да, очень такая концовка, неоднозначная. Что за французский рэп играет? Фоном. Ну что, я так понимаю, мы всю игру прошли, да? За сколько там минут? Ладно, наверное, нужно сказать вам дежурное спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если понравилось. Если не понравилось, отписывайтесь. Если совсем не понравилось, ставьте дизлайк. Но на самом деле, мое дело вам показать. Мое дело поиграть. А ваше дело уже весь продукт либо оценить, либо заругать. Ладно, всем спасибо за внимание. Хочется сказать до новых встреч, но я думаю, надо титры нам с вами посмотреть. Потому что что за фильм без титров, что за титры без фильма? О, самое поразительное, тут у них был дизайнер по костюмам, да, Лиза Седлер, отлично. Я был уверен, что все пришли в том, в чем дома ходят, я не знаю. О, водитель тут был, не потрясающе. Да, локализация, конечно, Винтер Райт не очень, ой, не очень. Что-то тут столько косяков вообще и не в попад. Фразочек. Ну, хотя сам проект явно трэшовый. Очевидно трэшовый, поэтому... Думаю, хреновый перевод только на пользу общей атмосфере. А, ну да, вот, снято на GoPro Hero 3 Black Edition. Ладно, спасибо еще раз, что смотрели. Всем до новых встреч. Я такой... приплясываю немножко и ухожу в закат. Да, мы вернемся в Press X to Not Die 2 Dream Warriors. Отлично. Продолжение следует. Правда, пусть пока игра выйдет из Steam Early Access, а там посмотрим. О, какой у меня итоговый счет, а? 32 минут 41 секунда. Ладно, нормально. Второе прохождение вышло круче. Ладно, всем спасибо, всем пока.